Здравствуйте, друзья, вы на Hot Play, и мы начинаем играть Dark Sassy. Да. И это, типа, такие российские аналоги Dark Souls. Посмотрим, чё к чему. Опа, пацанчик. Это что такое? Это типа игра? Приставочка? О, штаны обалденные у него, конечно. Раз. Ух ты, магия прям. Руки перемещаются. Всякие разные роботы. Жесть. А, где я? Что это? Где я вообще? Почему на мне броня? Ох, знал бы ты, куда попал. Ты даже не знаешь, что тебя ждет. Да ты уже задолбал клиентов моих пугать. Иди нахер отсюда за стойку, больной. Чё, клиент, ну чё я сделал-то, а? Я тебе сказал, иди отсюда, иди. Душу, не пугай меня. Понятно всё, ладно, ухожу. Чё за херня, чё происходит, вообще ничего не пойму. Ну как тебе сказать? Ты сейчас в коме. Что? В коме? Да, в коме, да. Короче, раз в год там свыше выкидывают эту книжку, кто ее подбирает, тот в кому впадает. А чтобы из комы выйти, надо пройти все испытания. И эти, кто свыше, будут за тобой наблюдать. Понятно все. Как все пройдешь, выйдешь из комы. Я думаю, вопросов больше нет, но тебе уже дали меч, щит, оборудование, все. Так что удачи тебе. Выйдешь через дверь и в портал. Я отвечаю за порталы. Вот, все, я думаю, больше вопросов нет. Давай. Да ладно тебе, не стесняйся, иди. Не, это какой-то сон, я в это поверить не могу. Где я вообще? Опа! Юми. Риск какой-то. Юми, что там, не знаю, какая-то чучундра. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чоп! Шо? Юми, а получи. Инфузория туфелька. По одному огрем. Похоже, как Dark Souls чем-то. Здесь, конечно, как понимаю, здесь коридорный эффект. Не игры. Ну.
есть. Уже две похеренные. Так, это доставать и сложить. Окей, сюда. Можно? Нет, нельзя. Вот, два тела. Туда? Там что есть? Нету. Так, нам туда. Охраняет, смотри, уроды. Какой толстячок он, а? Был обычный пацан, а здесь стал толстячком. Пожрался. Пирожков, наверное, бабушкиных. Так, что тут? Кто? Лошадь? Да нет, какой-то... Ой. По одному давай таскаем. Давай драться. Один на один. А что это? Давай. Станцию. Однокопытная. Это лошадь? Это олень. Нифига, он крутит. Он лошадь, реально. Что-то я вхожу в тебя. Что за херня? Блин, а почему из них ничего не вываливается, души и все такое? Что за хрень? Так. О, винтовуха. Ну, как здесь это не очень красиво сделано, конечно. Так. Опа. Что ты сказал? Мне это ударить, ты сказал, на матерном. Это дохляк. Что, смотри, а? Что за фигня?
По одному. Что за такое? А, это трупаки по их пропадают. Как такое? Там еще, ух ты, нифига там еще народу. Да мы не матерятся еще, сидеть. Ну вы слышали, да? Забавно. Ты что с топориком здесь? Парень, шарахаешься. Ну ты идешь сюда? Да. Так, наша игра такая, конечно, должна быть. С двумя языками. Русский. Ну что вы там застряли? Оп. Как будто у него из кишки повыпадывали с этого, с живота. Что-то это, конечно, не проработано. Так, ладно. Пойдем. Что здесь у нас? Ничего. Так. Открываем дверцу и... Опа, о чудо! Дохляки, иди сюда. Но с этим мы легко разберемся. Опа! Давай. Мы не сдаемся. Так, иди сюда, братюня. Не щита какая-то эта коробка. Так. Два козла, как я понял. Три. Иди сюда. Ты меня уже увидел? Оп-оп-оп. Копыт, парнокопытный. Подбежал. Как так прошел? Он разгоняется, двухударный. Что-то вы собираетесь сделать? Заманок какая-то. Опа. Thank you.
получится, у нас ничего. Наивный. Жизнь восстанавливается потихоньку, как понимаю. Потихонечку, по миллиметрику. Лошади. Угарные. Надо похлебало им дать набоем соленья. Сейчас еще из-за ворот выйдет. Оп-оп. Сволочь. Консервные банки ударит. Давай, с нас. Теперь один-один. Как он пробил? Отлично. Ну чё, пойдем. Что нас дальше ждет? Так, все здесь запечатано. Рычажок, да? Чё, где открыто? Не знаю, что открылось. Фигня какая-то. Ладно. Может здесь? Ага. Опа. Там дверца. Че вниз? Идем. Мы ничего не боимся. Все нормально, все хорошо. Опа-па. Я не был к этому готов. Так. Кто? Тройное дитя? Махач, махач, титан. Тихо. Какой ты жуткий. Все понятно. Замахивается он вверх. А что ты кричишь, как осёл? Телепортнуло.
Ну, последний. Куда ты скачешь? С вертухи. Все? Голова все равно вертится. Эй, голова. Нет, ты не пройдешь, что ли? Что за фигня? Ладно. И здесь не пройдешь. Оп. Застревает он. Ты если не проходишь, застреваешь. Так, ладно. Ну, привет. Чё, скучал? Нормально у тебя получается. Давай дальше нас развлекай. Так, давайте, друзья, на этом остановимся. В следующей серии мы продолжим вместе с вами. Пока что это все. Он нас ждет уже. Вам спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, комментарии. Всем спасибо. Всем пока-пока.